cut toward the roach, cockroach crew, also the funk, real deal jam. We don't give a damn what we like about this breaking, dancing, b-boying, breakdancing, breakboying, anything you want to call it. It's really the good sessions, and crew that I had some really good sessions with is Roughneck Attack. They ain't whack. Roughneck Attack. Got a little song for you guys in Roughneck, while we think of some of these good moments that we shared together. Let's just do, oh shit. Sit back, relax. Get into the max. Что объединило Roughneck Attack? Вернее, что нас держало и что нас... чем мы брали? So you wanna be a rock superstar and live large, big house, five cars, you're in charge, coming up in the world, don't trust nobody, gotta look over your shoulder constantly.
I remember the days when I was a young kid growing up, looking in the mirror, dreaming about blowing up the rock crowd, make money, chill with the honeys, sign autographs, and whatever the people брали именно духом, и мы вот этим мы вошли в историю. Как все начиналось? Я не поступил в институт. А Хаблик уже занимался у Флюса. То есть Флюс – это человек, который на самом-то деле привез хип-хоп. На то время что-то он умел, вот. Но брал, главное, это вот форсом. То есть тогда мы называли это форс. Да, я пришел на тренировку, и, конечно же, я сразу же заразился. Я не знаю, вот как сейчас, когда люди приходят, но тогда это была фантастика. И мы с Хамликом, в очередной раз поссорившись с Флюсом, что-то там в доме учителя познакомились с Эшем и Пашей, причем Эш тогда, он как бы вел себя как этот самый, как, знаешь, такой, он очень хитрый, который обманет всех и себя еще. В общем, он такой очень хитрый, очень умный, такой продуманный. На самом деле, ни хрена он не понимал и ничего из себя не представлял. И мы с Хабликом, предложили, я не помню уже как, типа сделать им с Пашей команд. Паша полностью был как бы негром Эша, понял? То есть он был такой простой, типа парень. Ну, по-моему, он то ли гелик умел крутить, то ли что такое, и вот из-за этого он был в брейк-дансе. Вообще он снимал куртки на вокзале там с кого-то. Вот такой гэнгста щит был. Уличный танец, главные роли, лист Доргалита, знакомый до боли. Солнце, извините, это мы на орбите, и лучше не дышите. И вот и фокус наведите, и будьте на Ямахе или даже на Гаити. Рафтек и трек узнаешь ты по стилю танца и граффити. То есть мы не были гэнгста, мы просто сами были настолько перепуганы, что приходилось как бы строить из себя очень крутых. Но это работало. У Эша было ужасное мерзкое название команды, ну, которое он хотел для своей команды. Urban Excess. А у меня не было названия команды, но я его придумал и продавил, как бы. Это и вам не Википедия, ну, не Википедия, ничего. То есть я придумал, значит, Roughneck, ну и там, пусть будет Attack. Слово Roughneck в то время, честно тебе скажу, значение его до конца было абсолютно непонятным. И очень долгое время я боялся такой штуки, что приедет какой-то американец и скажет, как Roughneck, так это же типа там, ну, лохи, грубо говоря. И поэтому просто на свой страх и риск мы назвали Roughneck Attack. I like to speak freely.
drink, I like to speak freely. Первый раз я повстречал их на фестивале под названием Break Kids в 2000 году в городе Харьков. Безусловно, команда Rough Nakatak оказала свое влияние и привнесла свою волну в развитие украинского брейкинга. Всегда присутствовала конфронтация между двумя столицами Украины. Это Харьков и Киев, Харьков Рапа-Сити и географическая столица Украины. Эта конфронтация, она была не только среди городов, а также и среди бибоев. Мы постоянно выясняли свои отношения, постоянно были какие-то претензии друг к другу у команды Eastside B-Boys и команды Rough Nakatak, потому что долгое время и до сих пор они являются двумя самыми сильными командами на Украине и одними из самых сильными команд в Восточной Европе. Чувачки, как вам такой расклад? Кто так делает? Скажи мне, кто так делает? А хули ты пиздишь, если ты не можешь даже имени назвать, а? Мужик! Случайным образом я нашел журнал, который был напечатан еще во времена СССР. Как сейчас помню, назывался он «Физкультура и здоровье». Я что-то начал его листать и попал на разворот под названием «Брейкданс», где было много разных картинок с разными движениями и описание под этими картинками, как их все-таки делать. Я пошел в дом учителя, пришел на первую тренировку, где я увидел огромное количество людей в зале, наверное, площадью метров 150 квадратных. Чувство научиться, вот желание научиться этому, оно меня оставило в этом зале и научило меня находить себя, для себя комфортную зону в этом зале. Научило меня знакомиться с людьми и общаться с ними. Чуть позже появился краб Игорь.
будущий участник Roughneck Attack. И вот мы с ним как-то сразу сдружились и вместе постоянно тренировались. Мне всегда нравилась музыка, там, я всегда стремился послушать что-то новое, не какую-то попсятину, а что-то интересное. И вот эта любовь к музыке привела к тому, что я понял, что я не могу ее играть, не умею, но я могу зато ее выражать в танце. Сначала это было в домашних условиях, на ковре, там какой-то корявый футворк, какие-то корявые попытки сделать елик там с падениями, ударами и ай-ой. Ну, я сразу пытался в клубе это танцевать, сразу применять, потому что кружки были. Ну, короче, оно никак было, но было круто по атмосфере. В этой атмосфере я как-то познакомился с девушкой. Она предложила, что вот, мол, можно поехать в школу к Флюзу и позаниматься брейком. Пару месяцев я походил, позанимался, начал уже какие-то там что-то придумывать, связки, я помню, и помню, что то ли Колобок, то ли Хаблик отметили, что о, типа, а ну, ты там связку придумал, а ну, покажи. А Андрюха уже занимался, по-моему, 2 недели или что-то типа того, короче, до этого. И он уже умел там и черепашку какую-то делать, и я такой, о, думаю, опытный чувак. Мы в основном сами смотрели на то, что люди делали вокруг нас, и как-то пытались что-то повторить. Колобок там что-то иногда подсказывал, хотя сам мало чего умел, но он мог как бы словесно тебя немножко подтолкнуть на правильные идеи. Он видел со стороны, он мог подсказать. Важная личность, которая была в этом зале, это Бибой Борода. Он всегда, у него была небритая вот такая вот щетина, и мы его всегда называли Борода. Борода больше всего он изначально, конечно, меня учил и вдохновлял. Он нас научил тренироваться, не тратить время. Момент, который сыграл очень важную роль в дальнейшем развитии, это день, когда я попал в команду Roughneck Attack. Колобок подошел ко мне и говорит: мы вот сниматься будем в видеоклипе. Я видел, ты делаешь черепаху, татл. Вроде неплохо у тебя получается. Давай пойдешь с нами и типа сделаешь эту черепаху. Типа как в команде. Ты тоже типа как участник команды. Я такой: конечно, вообще, 100%, я готов. Идея клипа была такая же, как в видеоклипе «Фарсайт». Я говорю: а может, давай возьмем еще Игоря? Вот он тоже классно может сделать там фрезы какие-то, футворки. Он такой: ну ладно, давай его тоже возьмем. И вторая часть видеоклипа, это была съемка в легендарном клубе «Ультра». Плановая, симпатичная такая, стройная девчонка из Баку. По ночам все время снится мне восточная столица, в темно-фиолетовом дыму. Я не сделал черепаху, что я так нервничал. Я реально не смог закрутиться даже там 2-3 оборота. Я пробовал очень долго. Колобок начал говорить: что это такое, давай, Андрей, ты надо сделать. Меня начало трусить, ну, в общем, я не сделал. В видеоклип я не попал с брейком. Со своей черепахой. И, кстати, Игорь тоже. Для нас это было важным моментом, потому что мы начали больше общаться с этой четверкой Roughneck Attack. То есть мы больше с ними сдружились, больше узнали, что к чему. И вот после этого события мы как-то и начали с ними танцевать на других выступлениях, там, в ночных клубах.
они стали нас с собой звать. В общем, мы стали полноценными участниками команды Roughneck Attack. Команда Roughneck Attack впервые предстала передо мной на батле, который не все помнят, потому что он был очень-очень давно. Это была туза под названием Battle for Kyiv. Несутся круги, и я в кругах вижу первых бибоев, которые гасят. Это был бибой Колобок, бибой Хаблик, и среди них был бибой Интакт, который тогда был бибоем Андрошей. И бибой Андроша был в бандане. Бандана была раскраски американского флага, флага США. Он еще несколько лет танцевал в этой бандане, я помню, это его отличительный головной убор был. Еще одна туса, о которой не все знают, это был фестиваль в Сергеевке. Мы столкнулись с командой Roughneck Attack в финальном батле. Это были времена, когда два или три эртвиста взрывало весь зал. В общем, была мощная битва, которую я навсегда запомнил. Мощное противостояние в финале против Roughneck Attack.
can get dumb. В конце 2000-го, в начале 2001 года ребята со двора, с которыми я проводил время, они мне показали какие-то минимальные шаги. И спустя какое-то время я попал в зал под названием «Спутник» в 2002 году. И я увидел в один день практически всех, кого я до этого не видел и кого я хотел увидеть. То есть я до этого ребят видел только из журналов. Я видел Эша, который делает твисты, я видел Кастета, я видел Тирока, только вот в этих рубриках. Потом я увидел всех в один день в одном зале, всех Рафнек Этек, Антишоки, Солби. И я сделал флай свайп, я умел это делать уже тогда в Windmill. Подошел ко мне Интакт, спросил, мол, ты гимнаст, вообще где ты занимаешься? И с тех пор я начал в зал приходить регулярно и с ними тренироваться. Практически через год я попал в команду, я с ними протренировался все это время. Как раз был батл на Контрактовой в 2003 году, и Андрей мне предложил с ними потанцевать, и тогда я, получается, первый раз потанцевал за команду Рафнек Этек. И, наверное, с того момента сформировался этот новый второй состав Рафнек Этек. Yeah.
2005 году мы поехали в Польшу. Это был, наверное, второй или третий выезд в жизни. И там мы как раз, собственно, бились с командой «Рафник Атак». Проиграли, а они заняли, насколько я помню, третье место. Уже с того момента и по нынешний день я как для себя начал выделять их стиль, да, то есть охарактеризовывать его. И если сказать одним словом, как бы я мог описать их стиль, то это слово будет педантичность, либо аккуратность, может быть, да, то есть это команда, которая все делает. Ну, очень аккуратно. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но так оно и есть. Sure.
check it, check it. B-boy sneaky club, rock that thing. Мне было 8 лет, и я, как все обычные дети, подражал тому всему, что делали взрослые, потому что я считал, что это круто. Все, что они делают, слушают продиджи или там какой-то рэп, я не понимал эту музыку, не понимал, что они одевают, но копировал это все и делал. Потом, ну, как бы, понятное дело, что такие маленькие ребята собрались и пошли на школьную дискотеку. Вот, и потом я увидел такую картинку. То есть есть люди, которые не танцуют или танцуют там что-то рукой машут, и есть какой-то круг. Я захожу в этот круг и смотрю, что там делают, ну, какие-то фантастические для меня тогда это какие-то упражнения, движения. И я такой спрашиваю у кого-то, а что это? Да это брейкданс. Такой, вау! И мы делали брейкданс, ну именно делали, потому что мы выходили в коридор и сразу же придумывали что-то и возвращались обратно туда и показывали в круг. Когда я понял, что движения ограничиваются только моей фантазией, надо чему-то научиться. Я попал в школу Traffic Jam. Меня очень вдохновлял Фил Ли. У него был такой стиль, он был сам по себе очень интересный человек. И, ну, я пытался взять у него то, что у него есть, ну, в плане этих движений, подачи. Я тренировался у Кастета, мне нравилось вот то, как он делает фризы. Вот я вот просто полюбил эти фризы. Я ничего не делал, ни топ-рока, как бы, ни футворка, одни фризы. То есть Soul B и Traffic Jam давали мне одно, а Рафнакотек, как школа, давали мне другое. Колобок был какой-то такой интересный, как человек. Он просто мысли мои тренировал. То есть он что-то говорил, он наломал меня как-то там, ну, не знаю, подшучивал надо мной. Типа я всегда там малой, там, или я там такой, о, смотрите, я там научился такую связку. Он такой, а, ну понятно, это ты у Тирока стырил, это ты у того взял. Ну, всего понемножку, и типа получилось. То есть, возможно, он мне давал понять, что нужно быть собой. То есть вот такие учителя у меня были. На то время, я помню, была такая тенденция, что модно было твисты делать, крутить на количество. И пошел такой какой-то слух, ну не слух, а вот что вот Васида, какой-то такой супер там бибой нереальный, который делает там 8 твистов. На то время там кто-то делал 5, он уже сделал 8. Я же думаю, кто же это такое? Прям супергерой какой-то, кто же это? Потом я с ним познакомился, и вот он один из первых, который предложил мне попасть в команду Антишок, и, соответственно, он тем, что меня заметил, дал возможность мне, ну, быть лучшим. Когда, я помню, было время Soul B, когда была такая тенденция именно Soul, то есть все танцевали так медленно, так вяло, такой какой-то характер, ну, не тот был. У команды Рафнакотек была та настоящая форма, которая сохранилась до сих пор. Но многие люди, которые были в Киеве и подражали вот этому стилю Soul B, они не замечали эту команду. Или наоборот, они как бы, ну, типа, да ну, что там Рафнакотек, они типа всегда там на втором месте или где-то там после них. Вот. Но со временем все стало на свои места. Относительно того, когда я попал в команду Рафнакотек, я танцевал до этого в команде Антишок. И так сложилось, что команда начала распадаться, у каждого человека появлялись свои интересы. То есть оно как-то так незаметно сложилось, и потом ты уже смотришь там несколько лет, что ты уже там с ребятами танцуешь и общаешься, и, ну, как-то свое, ну, какое-то такое слияние.
the top pick of the first draft, whose wrath is felt when opposed is dealt with dramatically. It had to be that MI smooth shit. Respect my crew get, whose rep is slept upon, dropping bombs feared like Decepticons. That's how it is when you're fucking with ex-cons, causing hysteria. I stare at y'all, you break out in a cold sweat. I got more wins than the Globetrotters. Your flow's nada, I gotcha. East coast to the end, son. Most MCs run because my Uzi weighs 2 tons. Who got time for fun? Strategic methods, thinking backwards like dyslexics. I plan my attack while you're making records, cause rap's my fucking world, B. And if I lose, you'll soon see World War III. So keep your guard up, your heart up for this win, son. But over here you won't get one, so chill and play the back seat. I rip mics before I let them go like Blackstreet. Pack heat, cause rappers wanna play big shots. 6 shots, competition catch speed knots. Catch the speed, staying true to what we do. Catch the speed knots, maintain presence in your mind. One man who conquers kingdoms on snare drums, bass kicks, styles change like facelifts. I made this more than a hobby, rap's my reality. Hip-hop culture, the galaxy surrounding me. My poetry demonstrates where my mind be at, so don't hesitate. I meditate like Buddhists. Who's this? A verbal assault weapon. Discrepancies don't even try to get the best of me. I bring drama from the dick, B, and simply end MC's careers verbally. You heard of me, MIC, just the title, son. CD's the crew, come try to break through. Do what you gotta do, it ain't as easy as it seems. Я представлял Рафнек Атак. Это был Интакт, тогда его звали Андроша, который делал одно очень мощное комбо, это, наверное, было 2005 год. Он делал локоть, рука, локоть и опускался в черп. На то время это было действительно круто, я смотрел и думал, елки-палки, вот это мужик круто дает, у меня так не получается. Я ему даже, честно говоря, чуть-чуть завидовал. Я смотрел и думал, если он сделает это комбо против меня, мне нечем будет ответить. Однажды мне посчастливилось, потому что одно из самых важных событий в моей жизни связано с этой командой.
Это была очень яркая, очень серьезная битва, о которой я вспоминаю очень часто. Иногда мы пересматриваем ее. И я счастлив из-за того, что мне удалось тогда пережить такое. Все трое судей единогласно просят сделать каждого танцора еще по одному выходу. Таких битв немного в моей жизни, наверное, таких битв немного в жизни любого бигбоя. Такой битвы, о которой бы хотелось рассказывать, ту битву, которую бы хотелось пересматривать, независимо от того, как долго это было. Дело не в тайбрейке, чувак. Вообще... Конечно, тайбрейка не должно было быть. Мы выиграли без тайбрейка, что за хуйня, блядь? Давай продолжаем. Давайте еще, блядь. На определенного танцора, когда он танцует, вы чувствуете какую-то энергию, вы чувствуете какую-то энергетику, которая заряжает вас. Когда я смотрю на Рафнак Атак, я заряжаюсь. Когда я смотрю на их батл, я хочу танцевать. Когда я вижу на тренировках и когда мы пересекаемся, я также хочу танцевать. Это движение вперед, и это самое главное. Если бы кто-нибудь спросил, что такое Рафнак Атак, и попросил охарактеризовать их именно каким-то одним словом, я бы сказал, это стиль. Стиль, который выработан годами, это говорит об их трудолюбии, самое главное, понимании культуры. Ну, я начал танцевать в 2000 году в городе Белгороде. Такая команда, как «Облако 9». Да, учителя, наставники, когда я был еще совсем ничего не знал. Это Бибой Стив, он меня начинал тренировать. Вот, Дельфин, тоже старый бибой из Белгорода, респект ему. По сей день танцуем вместе. Так мы танцевали до 2004 года, потом объединились с Flash B-Boys, даже выиграли в Ялте битву года. И в 2007 уже я в Рафнак Атак танцевал. Мы дружили, очень тесно общались, да, иногда танцевали вместе на фестивалях. Вот, и так получилось, что попал в команду. Вообще, украинская брейкинг-сцена очень сильна. Очень сильна. И она меня очень всегда вдохновляет. И находясь здесь, на Рафнак Атак Anniversary, мне вдвойне приятно, потому что Рафнак Атак банда, которая представляет
один из лучших стилей Украины.
брейкінг почався з 2000 року десь, коли я дивився телевізор і побачив Рафник Атак. І я подумав, може би, як було б класно би танцювати в такій команді. Я навіть не думав, він і мріяв потім, але через 10 років рівно я попав в Рафник Атак. Ребята много лет работали над своим умом и телом. Пускай кто-то остался на уровне таком. Кто-то остался на уровне таком. Кто-то остался и двигается еще выше. Но Рафник Атак – это движение, это динамика, это путь, это поток. Флоу – это поток свежего дыхания на украинской брейкданс-сцене, на украинской хип-хоп-сцене. Check it, I flow
know what tight raps, niggas get a tight face. Attitudes like I walked in a handicapped space, but I went Rex it when I mic checks it. Giving girls my number backwards, telling them I'm dyslexic. Don't front, you know what type of shit I'm on. Ripping mics of all types, verbal master Shaquan. You were warned about the north side click. Yeah. Bitch, flex and get your neck stretched like Dionne Warwick. Yeah. Let me lick a shot for all my niggas in the streets. Getting ill, keeping their rev, doing what they gotta do to eat. Competing, get hit with dizzy techniques. The only crossing over I'm doing is a motherfucking street. So listen, I get in where I fit in and word to God. I like beats hard, like holding your shit and sitting on the session, watch your body get numb. A real MC keeps his skills on the tip of his tongue. What? Floating lyrics from the tip of my tongue. I swing, swing, I sway, sway, swung. Floating lyrics from the tip of my tongue. I swing, swing, I sway, sway, swung. Floating lyrics from the tip of my tongue. I swing, swing, I sway, sway, swung. Floating lyrics from the tip of my tongue. I swing, swing, I sway, sway, swung. First straight. Начало 2009 года, у меня есть в этот период команда, которой я хочу заниматься. Это Sunshine Ninjas команда, это все молодые парни, очень активные. Мы ездим на все фестивали, готовим рутины, готовим синхроны, готовим шоу. И в какой-то момент на тренировке я получаю звонок не на свой телефон, а на телефон своего друга, который говорит, что тебя просит Андрей к телефону. Я говорю, какой Андрей? Ну вот, Интак. Я беру телефон и слышу такой разговор, что вот Димон, там, что ты делаешь такого-то числа? Говорю, еду вот во Львов на батл. Он говорит, а не хочешь поучаствовать с нами? В этот момент у меня что-то произошло в голове, не знаю, сверхъестественное. По большей части уровень брейкинга мой в тот момент не был достойным этой команды, я считаю. Но как для меня сейчас, так и для них тогда, наверное, не это самое главное, а главное именно вот стремление, наверное, понимание. И в тот момент это, наверное, от меня исходило очень сильно. В июне 2009 года команда Rockin' Chicks, это та команда, с которой, можно сказать, я тоже шел по жизни, и они организовали день рождения своей команды. Два года Rockin' Chicks. Yeah! В один из моментов этой вечеринки подходит мне Андрей Интакт и говорит: «Стой здесь,
через 5 минут, чтобы ты был здесь. И ушел. Не ожидая ничего от происходящего, я просто оказываюсь вдруг на вечеринке в кругу, где перед собой я вижу просто почти всю команду Рафнакотек со злыми настроенными лицами. Я понимаю, что происходит, и понимаю, что это вызов. И какой бы он ни был, я не знал подсмысла этого вызова. Что происходит, кто что хочет поделить в этом, или кто что хочет доказать, в первую очередь я должен отвечать. Закончилось все тем, что Андрей Интак взял микрофон, выключилась музыка, и он объявил, что вот наши ряды Рафнакотек выполняются молодыми силами. Бибой Слэп, теперь вместе с нами Рафнакотек. Make some noise! Come on.
Roughneck Attack, you guys are a big, big inspiration for me, and you guys are holding it down, really doing what's supposed to be done. I've been following your journey since, I think, the mid-2000s, a little bit earlier. It's been a great journey. You guys really, you know, made your mark in the world, and you did it in a good way. You guys are not just the competition crew a lot of people think you are. You guys are definitely one of the illest cypher crews out there. You're doing both things and you're doing good. We'll be right back.
хотел приходить на дискотеку, крутить гелик, и чтобы все взрывались, девочки визжали, и я был типа на волне, все знали, кто это такой. Вот, в общем-то, в принципе, очень многие так начинали с таким желанием, но через какое-то время оно переросло в то занятие, которое ведет меня по жизни, которое сформировало меня как личность и тем, кем я являюсь сейчас. Изначально я был в другой команде. Так сложилось просто, что пути расходятся. Есть разные цели, разные видения всего того, что происходит, того, как должно быть. И как-то на этой почве я начал больше общаться с ребятами. Начал больше узнавать с Андреем, с Плута, с Лей, Краб. Как-то начало у нас появляться намного больше точек соприкосновения. И в какой-то момент просто их стало очень много, и я начал понимать, что это мне намного ближе. На данный момент, наверное, я последний, кто попал в команду Rough Neck Attack. Если более-менее официально, можно считать, это Circle Kings 2011 года. Пути расходятся, пути сходятся, и жизнь сама диктует нам свой поток. То есть, если вы делаете то, что вы делаете, и остаетесь честным с собой, то вы найдете тех людей, с которыми будете делать и продолжать то, что вы делаете. People started Ukraine, and I gotta say, I started coming there first times in like 2006-2007. And what caught my attention was that Ukrainian people were always with a lot of heart. They battled really hard, and first of all, they were always original, man original. At what they do, but still get the good form. Ukrainian people have a lot of style, but they look like themselves. And they always rock circles, so that's something that's very special. And we can say it's rare to see in the world these days. Till tapper, all you heard was shrill laughter. He
finna hit a lick for the thrill factor. But claiming that he innocent. Fishbowl, aiming for the limo tent. You know a gang are down to get dirty. Had that money up front to catch a net 30. Yeah, nothing but men, heard me. Stupid at me like she touched the bird. Мы ходили тренироваться зимой на лед, на пробку, потому что у нас не было зала. Мы ходили тренироваться в метро. Культура развивалась именно, ну и мне кажется, всегда будет развиваться там, где люди беднее, потому что они вместо того, чтобы лениво сидеть перед телевизором или перед там, монитором, смотреть в Ютубе видосик, он пойдет лучше и поместит у себя дома там, или пойдет что-то нарисует, выйдет в люди. Короче, ну, хип-хоп — это выходить в люди и что-то делать. Вот, это улица. Если у тебя все есть, то тебе перестает быть интересным. А когда у тебя... ну, чего-то нету, ты хочешь это получить тем или иным способом, да? И чтобы получить, например, хороший зал здесь, тебе приходится тренироваться и быть крутым, да? Чтобы получить там какую-то работу здесь в виде, не знаю, там, судьи или еще кого-то, бибота, тебе опять же приходится пахать. Чтобы получить еще что-то, приходится работать над собой. Я считаю, это именно то, что дает вот этот вот, ну, не знаю, заряд и вот эту силу для развития. Глядя на наших ребят где-то на мировой арене, всегда появляется чувство гордости и чувство уважения, достоинства за нашу страну, за то, что представлен настоящий, истинный, душевный брейкинг со своим стилем, со своим почерком. Танцы, вот в первую очередь, чем хороши? Во-первых, там мало разговоров. То есть в любом творчестве или в каком-то этом можно что-то, допустим, у того пиар лучше, да, у того это, у того там продюсер лучше, у того просто бабло ввалили и он вылез это самое. Как это сделать в брейкдансе? Это невозможно. Ты здесь только тот, кто ты есть. Тебя можно тебя раскрутить, на все рекламы поставить, но когда ты будешь выходить на батлс, тебя просто будут смеяться, и все. И никакие, то есть, варианты тут не прокатят. Только твой труд, талант и так далее. Давай. Крутись. Представьте себе каменный век. Нет, ну то есть сейчас вот это невозможно, даже я не могу представить это. Интернета нету. То есть компьютеру есть, интернета нету. Мобильного телефона нету. Мобильный телефон я купил себе первый, когда уже я был в RAF Nekatek. Единственный доступ к информации — это было общение. Общение живое. То есть непосредственно ты должен был поехать куда-то, в какую-то точку, на какую-то тренировку, встретиться с этим человеком и задать ему какой-то вопрос, который тебя беспокоит. Получал информацию с улицы, ну, где-то кто-то что-то показал, ты сразу, о, типа, крутая штука, там, пытаешься ее выучить, применить. Информация поступала
На видеокассета. Кассета одна на весь Киев, и мы ее засматриваем до дыр. Можно там, допустим, не делиться. Было такое, что человек получил, пока он все фишки не научился, только потом он уже даст эту кассету, что типа, ну ладно, я там уже все знаю. Ну. У Флюса были еще какие-то кассеты, но их можно было посмотреть только придя к Флюсу домой. Переписать он их не давал. И как бы когда он там где-то расслабился, это самое, можно было втихаря поставить какую-то кассету, которую он даже не показывал, в которой он тянул фишки. Где-то там услышал, о, у меня там есть кассета. Ты думаешь, блин, как бы с ним подружиться? То есть надо было подружиться с этим человеком, чтобы потом он еще решил, дать ли тебе эту кассету. То есть было очень сложно, но это была игра, это было интересно. Battle of the Year 95 года в конченном качестве, черно-белое там, по-моему, ну, короче, ну, я, или у меня был видак черно-белый, короче, я смотрел его и помню, что я, ну, то есть цвета не видно, видно только вот как бы белое и черное, и что-то там чуваки крутят, и ты пытаешься разобраться. Идея не в том, чтобы танцевать, не в том, чтобы придумать свой танец. Идея в одном. Посмотреть, как он сделал, и сделать так же. То есть на тот момент это программа максимум. Если у кого-то она получалась, все, мы победители. Я выбирал тех, кто мне нравится, перематывал, высматривал, смотрел, как они одеваются, шел там, где-то искал такую одежду, приходил на тренировку в голове, сохранял те движения, старался подражать этому всему. Мы смотрели батлы Style Elements 97 года, Battle of the Year, и там Remind делал такой проворот колен. Ленкой, короче, мы его там все начали байтить жестко. И, ну, и я, понятное дело, тоже сбайтил. Вот, и сделал с ним какую-то связку с футворком. Одна из первых кассет, которую я видел, это был Боти 2000-й. Первое видео это было Боти 98 и UK, там, где Кранс такой в желтом костюме. Брюс Ли. Нарезка на одной кассете была очень большая. Нарезка с разных фестивалей. С Lords of the Flow, нарезка Шторма. В общем, очень много разных видео. Батл Бенджи против Джуниора. На то время это был новый уровень вообще танца, вообще подхода. И самое главное, зарубы. Как будто видео из какого-то реально, знаешь, там, района, там, улицы. И вот они просто валятся, и вот-вот дойдет до драки. И это очень мне, например, импонировало. Потому что наши батлы происходили по такой же схеме. Поэтому, когда я увидел, конечно, батл, я понял, что Roughneck Attack движется в правильном направлении. Crystal Session 3, и вот это VHS открыло мне просто глаза, потому что я начал смотреть абсолютно по-другому на брейкинг, и я понял, что, оказывается, это же танец, оказывается, чуваки его танцуют, и, оказывается, можно в музыку это все преподносить, и когда ты преподносишь музыку, это круто, и как бы, ну, все реагируют. Вот, и это концептуально поменяло мое отношение к брейкингу вообще и к танцу. Возможно, минимальная какая-то информация была из видеоклипов. Freestylers, Boomfunk MCs. Клип до Boogie Crew. Показывали, я помню, Jurassic 5, показывали клипы, Beastie Boys. Ну, это не касается непосредственно брейкинга, но это как минимум касается хип-хопа, потому что, ну, это было что-то новое, и мне было очень интересно дождаться хотя бы этого. Все вот эти клипы, которые были там по телевизору, те же Flying Steps. Вот, оно все привело к тому, что мне захотелось, ну, реально попробовать научиться танцевать брейк. После выхода этих клипов брейк стал настолько популярен, что танцевал, наверное, каждый третий, четвертый парень, ну, там, в возрасте от 12 до 18. То есть
Ну, это был бум. Земфира, концерт в Палаце спорта. Круг, и там танцуют брейкданс. Это я тебе серьезно клянусь, тебе так и было. Все сходили с ума. Во всех пионерлагерях, во всех базах, везде танцевали отдельно, танцевали брейкданс, и все были просто счастливы. Мы понимаем, конечно же, из того поколения, насколько были важны эти кассеты, эта вся информация, потому что сейчас она просто обесценилась, ну и так же, как и весь брейкинг обесценился вместе с этим. Вот это очень тонкий момент и довольно-таки парадоксальный, то, что так много всего вокруг, так много доступа, много возможностей, но их новое поколение и многие люди, они не используют. Они не хотят учиться, они не хотят тратить свое время. Они хотят все очень быстро и легко. Определенная часть молодежи не берет в пример то, что показывает старшее поколение, а следует просто моде. Вот. Это, конечно, на данный момент самая отрицательная тенденция в современном брейкинге. Популярен брейкбой. А вот это весь мир делает. Ты знакома? Конечно. Вот так, на а это моя штука была. И все плюют на это. А ну не похуй. Красавчик. Вот так сейчас брейки развиваются. Что ты поешь? Он прям с тобой ассоциирован. Это фокус. Сюда давай. А вот снова мое. Давай, что-то свое, чтобы тебе хотелось продолжать. В первую очередь, конечно же, брейкданс – это была возможность выделиться. В тот момент никто об этом не думал. Ты просто приходил, и ты часами вот что-то делал, и ты входил вот в это в состояние медитации определенной. И это самый важный момент в нашем процессе, в наших тренировок, да, вообще во всей этой культуре. Ты должен приходить, и ты должен растворяться, ты должен забывать о результате. Мы просто делали очень много, и никому даже в голову не приходило, что в этот момент мы развиваем хип-хоп-культуру. Мы жили в своем мире. Мы жили в своем мире, и нас ничего другого не волновало и не отвлекало. То есть мы просто перли, как из трубы Субару, просто огонь, который вырывается и обжигает все вокруг. Yo, what up, people? I'm Shad, you know the deal. The man from the hood, Switzerland, the nature, you know what I mean? Yo, big shout out to the Roughneck Attack. They know what they do. They got master the craft. Yo, peace. Without you, it's boring. Главные цели были выступать, тренироваться вместе, ездить на фестивали и проталкивать свой стиль, свою энергию, свою волну. Было что-то там, типа, какие-то отголоски, типа там побатловать с Rock Force. Это были далекие мечты. Поехать туда, потанцевать с теми людьми, которых мы смотрели на видеокассетах, и побиться с ними. Фу, ничего себе, это была сверхмечта. Цели были, например, в журнале «Экстрим» сделать свою школу брейкданса или там писать статьи, выступать на телевидении. Мы настолько были заняты собой, поездками, что забыли о том, что нужно пополнять ресурс, то есть нужно учить кого-то, передавать свои знания, потому что то, чем мы занимаемся, умрет вместе с нами. Это организация вечеринок, это организация каких-то мероприятий, тех же батлов, джемов. Кто-то начал пробовать там играть музыку. То есть это наши вечеринки, мы можем пробовать играть музыку, развивать себя как там диджей.
кто-то должен взять микрофон и вести эту вечеринку, развивать себя как MC. Кто-то должен танцевать в кругу, развивать себя в кругу и на этой вечеринке, показывать другим людям. В этой культуре ты должен найти то, что тебе нравится искать. В этом совпадают и мои цели, и цели нашей команды, чтобы показывать хороший пример, настоящую, правдивую школу. Танцевать в радость и не напрягаться, как бы, чтобы это было все легко, чтобы ты летал, да, делать именно все смачно, да, со смаком. То, что мы делали в 2000 году. То, что мы делаем на сегодняшний день, ну, сопоставить сейчас очень сложно. Те известные бибои, которые говорят, вот, хип-хоп уже не такой, какой был раньше. Я уверен, что на самом деле, ну, мало кто из них бы хотел вернуть тот хип-хоп, который на самом деле был раньше, вот, потому что, ну, он был просто другой. То есть он очень ностальгический, он очень приятный, но и он очень тяжелый. Ну, то есть раньше он был такой, но он был заряжен голодом. Ну? Congratulations. Roughneck attack. What is that? We came for BC1? Yeah, BC1. No, wait. Red Bull. BC1 interview, right? It's not? Oh, man. Fuck this. That was good. All right, Roughneck. Yeah, Roughneck attack. Roughneck. Woo! Roughneck, gotta get a roughneck. You guys, it's an inspiration to watch you get down. You know what I mean? Always. You guys always tell us that we've been an inspiration, but at the same time, I'll tell you, it's always 360 degrees. It always goes back, and you guys inspire us too. When you get down, you know, Intact, stop doing my moves. Inspired to re-inspire. Yeah, inspired to re-inspire, bro. Just in words of Ivan, respect the nice. Thank you, Intact, and thank you, Roughneck Attack. All right, brother? Меня стимулировали те люди, с которыми я находился. В тот момент это был Вася из команды Антишок. Я до сих пор его считаю своим учителем. Конечно же, все люди, которых я встретил в доме учителя тогда в 2000 году, когда я только первый раз попал туда. Естественно, Кастет, Тирок. То, что они умели делать, в тот момент это казалось вообще нереальным. Альянс команда, Винни-Пух, конечно же, Саня, потом Робин. То есть это те люди, которых я увидел, одни из первых, не из Киева, да, из других городов. Вдохновляли Style Elements изначально очень сильно, потому что, ну, эти чуваки, когда я увидел Battle of the Year 97 года, оно просто открыло глаза. Ken Swift, это, конечно же, команда Rocksteady. Чуть дальше уже мы узнали больше имен, как K-Mel. Так
такие команды, как Flying Steps. И был там такой чувак Amigo, вот, то есть он тоже круто лобал там футворки, всякие связочки, и это было прикольно наблюдать. И постепенно это открывало как-то мозги. Все, кто приходил на самом деле на тренировку, они вот влияли в первую очередь, то, что ты смотришь, ну, по жизни на это, и как бы оно близко находится. И ты можешь думать, что оно тебя там особо не вдохновляет, и что, ну, как бы тренировки – это обыденное дело. Но на самом деле ты находишься там, и оно влияет подсознательно больше, чем, ну, любое видео, которое ты смотришь. На первых этапах очень важный момент, да и на сегодняшнем этапе, это мои родители, они всегда меня поддерживали. Это самое главное, то, что родители должны делать. Они должны поддерживать то, что ты делаешь, даже если им этот выбор не очень по душе. Если вы не ищете в своем обществе вдохновения, то как бы вам стоит поискать, потому что это ближе. Начали ездить на фестивали, чаще мы проигрывали, что нас очень сильно, наоборот, вдохновляло. Потому что каждое наше поражение, оно давало нам желание вернуться лучшими, вернуться более сильными. Мы почувствовали, что есть больше возможностей, что мы выходим на лучший уровень, мы тренируемся больше. У нас, соответственно, запросы стали больше. Мы стали думать о том, как бы было бы классно с кем-то побатловать за пределами Украины. Первая поездка, это была в 2005 году, IBA. Попадая в Голландию, встречаясь с этими бибоями мировыми, видя, как это все происходит, я возвращаюсь, и просто кажется, что надо бросать все, вообще все, именно то, что я делал, и заниматься новым. Следующий уровень – это Штаты. И мы попадаем туда и понимаем, что
эти ребята, которые мы видим их на видео, они говорят: ого, вот это вы круто танцуете, вот это у вас уровень, откуда вы, где вы, что вы? И тут опять же встреча с реальностью, и мы понимаем, что мы не такие уже Василии, как мы думаем. На самом деле у нас своя база, у нас свое видение, у нас свой брейк-данс. Master swirl, stolen dinners as the innocent Earl. Cinema defect, fecal lightning ball, splash the underground, clean cut, tripped out into textbooks, dripping down baby formula. Biters, I'm looking at you like I'm gonna change your diapers. That you keep the flow, beat your throw minus punchlines about that. Something righteous about that. Nostalgia for ciphers, never mind that. Like time space, that a devil zigzag. За вас, Раф Некотек! Еее! За вас и за себя! Жесть? Хуёвее, чем Вадяра? Ух! Вообще! Идеальная штука! Ух! I'm coming! Имея свою команду, имея свое пространство, свою энергию, свою вибрацию вот командную, это дает тебе огромный толчок для дальнейшего развития. Для меня команда – это какая-то общность идей. Чувство друг друга, понимание. Ты что-то сказал, даже не договорил до конца, этот человек продолжил уже тебя. И третий человек уже сказал: делаем. Это близкие люди, с которыми ты всегда рад встретиться и всегда рад получить их оценку или там какую-то критику. Просто собрать людей, которые так хорошо танцуют вместе, это уже, наверное, все-таки не команда, а сборная. Должна быть вот эта вот единая волна, чувство единства, которое вас будет сохранять при любых обстоятельствах. Неважно, получилось у вас, не получилось, смогли вы, не смогли. Это не имеет значения. Вы вместе дальше продолжаете двигаться в вашем направлении. Для меня команда – это какой-то командный стиль в плане понимания брейкинга, в плане отношения к окружающим битбоям, к окружающим людям, в принципе, к окружающему миру, в принципе. То есть это люди, проверенные, прошедшие вместе через огонь, воду и медные трубы в том или ином виде. За это время, за эти годы мы прошли все. От супердружбы до сумасшедших ссор, от взлетов до падений, от предательств, когда некоторые уходили в другие команды, до как бы снова возрождения и так далее, и так далее. Big shout out to Roughneck Attack, straight out of Ukraine, you know what I'm saying? You know these guys, you guys seen them all around, coming to America, coming to your city near you, all over the place, just battling everybody, showing up, you know, doing their thing, and being straight up students to this dance, and just seeing them grow for the last couple of years has been great. You know, I honestly, they've been holding it down for a while now, and really, for me, it's dope to see that B-Boys are that hungry still, especially, you know, where they're coming from. You know, it's like they're willing to come all the way out here just to attend an event, you know, doing it the old way, you know, like paying their way there just to pay homage, to understand the dance, where it came from and everything. So for me, it's been really dope seeing these guys grow and expand. You know, honestly, it's a major respects coming from my side. You know, you guys stay doing you guys and keep inspiring the world, man, for real. You guys are doing it the right way and really like presenting breaking for what it is. You know, it's really dope to see. And to me, that's inspiring from you guys, actually, you know, from Roughneck inspiring me, is that seeing you guys get better every year and always like being out there and putting your name on the line consistently, for me, that's where it's at, you know. So I just want to say thank you guys and, you know, much respect. I've definitely seen a huge amount of development with the crew, you know what I'm saying, and just very happy to see that you guys are getting out, going around the world,
is what it's all about, and it's a beautiful exchange, because it's just as much as you get inspired when you go somewhere, you inspire people where you leave and where you go. So that's a great thing, and that's what cruise is supposed to do. So I give you that respect, because that's part of the tradition. So really, really feel good that you guys do your homework. You guys know what it's all about to be a crew, and you guys are hardcore. When you get down, you get down where you're supposed to get down. Giving a big shout out to my friends Roughneck Attack from Ukraine. Respect for always keeping it real, always representing the white way, and keeping holding it down. That's what's up. Everybody knows. Для меня хороший джем — это когда танцор может открыть свой потенциал на 100%. I think a good jam, you first of all, you need to start looking to yourself. Before you complain about any other jam, because you can have a nice jam
even though the old jam is whack, so you just try to make it special for yourself. Usually the best events are thrown by smaller venues, but the vibes are better, the vibes are more natural. A dope fresh room, maybe a little classy even. Just something that makes you feel comfortable, good lighting too that comes with the room. So like something a little, not too dark, but that gives like a little vibe, you know. Have a good host. There's some annoying ass hosts out there, so just make sure to have a good host that's like hype, but not too annoying. Качественная музыка, то есть качественный лайнап диджеев. Должно быть крутое музло. Если музло не крутое, джем не может быть крутым по умолчанию. Это человек, который рулит ситуацией. Just to have like some people that you feel, you think are fresh, you think are raw, you think will bring a good vibe, some that have been dancing enough to make your jam look dope. Качественный участник – это тот человек, который приехал на этот джем, чтобы его прокачать, а не просто быть или не просто сфотографироваться на фоне вывески того или иного фестиваля. Люди должны приходить на джем для того, чтобы зарядиться, да, а не для того, чтобы отдать свою энергию и уйти оттуда морально уничтоженным. То есть, если джем с хорошей музыкой, участники хотят прокачать это мероприятие, а не стать первыми на этом мероприятии. То есть, они хотят веселиться, они хотят танцевать, они хотят делиться своими навыками, знаниями друг с другом, тогда этот джем хорош. Он тебя стимулирует на дальнейшее развитие. Это вот главный момент, который отличает джем от соревнования, да, или правильно организованный фестиваль от немножечко неправильно организованного фестиваля. Я был свидетелем того, как люди вбухивают кучу денег, приглашают там супер каких-то судей, супер крутых диджеев, и все вроде бы проходит, ну, хорошо, придраться не к чему, но именно заряда нет никакого. Как участник много раз сталкивался с тем, что ты хочешь участвовать, ты приезжаешь куда-то, и вот от момента, как ты встретил организатора, до момента батла, все твое желание уже исчезает, потому что организатор не понимает вообще, что он организовывает. Должна быть команда, которая делает это мероприятие, сама, во-первых, хорошо танцующей, и должна его делать не для кого-то, а для себя. Это, наверное, самое важное. Of course, it's always helpful if people from the scene, people who already understand, people who know that organizes jam. But besides that, for sure, it will be you, and this is something I'm sure you can feel at the Roughneck Anniversary Jam, like jams like Top 9 Anniversary. I'm sure Flomo Anniversary, Yalta Summer Jam, all these jams, you can really feel like the victory of the competition is not the most important part. It's not the whole point of the competition. It's more about the exchange. Yalta Summer Jam в Крыму, безусловно, легендарный фестиваль, безусловно, то, что зарядило каждого из нас и сыграла большую роль в нашем развитии. Ну и команда Roughneck Attack вообще всегда славилась участием в таких правильных тусовках, не связанных с коммерческой сценой. Я говорю про фестиваль Circle Prince, Circle Kings. Это европейский фестиваль, который научил нас общению в кругах, не лезть на рожон, показывать то, что ты умеешь четко и лаконично. Max One. From Florida, his jam Outbreak, everybody know about it. That's one of my favorite jam that I've been to. Two,
есть, конечно же, Outbreak United States и Outbreak Европейский. Это два фестиваля, которые нас закалили и сделали нас тех, кем мы есть на сегодняшний день. Они сыграли большую роль в нашем развитии. Для меня, наверное, самым ярким впечатлением была эта поездка в Осло на The Real Deal Jam. И вот это был хип-хоп для меня. Ну, это был настоящий хип-хоп, потому что там было все. Там была общность, там люди приходили с детьми просто посмотреть, как танцуют, как рисуют. Там была крутая музыка, там была барахолка, там была еда вкусная. Ну, то есть там было все, что на самом деле есть в этой культуре. Не только брейк-данс. То есть для меня вот этот момент Unity очень важен. Без него джем не всегда существует. Outside of breaking itself or even hip-hop itself is what connects us is just genuine energy, you know, as people, not necessarily as a b-boy or as this or that, just people, just genuine energy and a genuine vibe amongst each other. Круг не состоит, допустим, да, или какой-то джем не состоит из количества каких-то модных бибоев, да, он состоит из тех людей, с которыми просто приятно находиться в одной компании, в одном помещении и танцевать под одну музыку. When nobody bump into each other in the cypher because they're too hungry or something like this, but when people are hype, want to get down, but like they know how to wait for their turn, how not to like be cocky for no reason. Раньше ты приходил, и ты тоже показывал, вот что я научился. Но раньше все равно какое-то было уважение. То есть сейчас вот это вот, то, что я вижу, когда в круг выбегают 15 там человек, начинают друг друга в ногах что-то копошиться, не знаю, там один прыгает другому, все что-то лезут. И это считается типа супер крутой круг, энергичный там с атмосферой, типа Real Cypher. Не знаю, как бы, это не то, что я хочу, ведь для меня реально атмосферный джем — это когда, ну, все выходят с умом. Be patient, you know, don't rush so much to try and catch recognition everywhere, you know, or be the hungriest guy and all the jams trying to rock every circle, you know, like, do it the way you want, but don't feel like, don't be so, like, overdosed, you know what I'm saying, like, just do you and do it the right way and do it. In a way where you feel like it represents you, you know? I started talking to people was for right after an exchange, right after a cypher, a circle. I have no reason to go talk to like anybody. But if I dance with them, then something happened, like a little magic happened. So then I'm gonna wanna go talk to that person. Now it's a different story. It's like I learned to know them in a different way, not in a normal person, normal people way, but I learned to know them through the dance. Let your dancing speak for itself. Don't, you know, a lot of people walk around and, you know, talk on phones or dictating a lot of stuff, but, you know, when it comes down to it, what are they doing? What have they done on the floor to contribute, to give back to this art form? A lot of people are finding their way, and their way might be, you know, they might be great historians, they might be, you know, telling a lot of stories and da da da, but if they haven't given anything back to this culture, it kind of comes out the wrong way. So, you know, take time, let other people talk, listen. You might pick up stuff from anybody that will blow your mind and it will change the way you are as a person. And in that, in fact, will change the way you dance. Build your game around your body type. That's what it's all about. It's like, try to be you as much as possible in all aspects, and let it come out, you know. Бибой — это человек, который соприкасается со всеми элементами культуры. Он не зациклен только на своем танце. Помимо того, что он брейчит, он как минимум отдает уважение всем элементам культуры. Если мы убираем вот эти все критерии, вот эти все батлы, если мы убираем эти джемы и остаемся с человеком один на один в простой, да, беседе где-то, то сразу проявляется
как он смотрит, да, какие его взгляды на брейкинг и на хип-хоп в целом. Брейкданс научил меня тому, что не бывает самых лучших. И нет предела совершенства, что можно развиваться, повышать свой skills и в тот или иной момент выиграть или проиграть, но это не всегда значит, что ты лучше или хуже. Проигрыш, победа, лучший, худший – это не связанные вещи. То есть иногда выигрывает худший, иногда проигрывает лучший. Но при этом самого лучшего нет никогда. Вот это я, за это я люблю хип-хоп. You just gotta be real with yourself, you know what I'm saying? A lot of guys get caught up and think that they're just always the best, you know, and they don't know how to accept a loss or just when you lose a battle sometimes, you know what, just take it for what it was. Maybe it wasn't your day, maybe you didn't have the best. It was, you know, maybe you didn't weren't able to do the stuff that you do the best you could that day, you know, and that's just the way it went. Dance We Do is about battling, but it's also about, you know, learning from somebody who's better than you, or teach somebody who hasn't come as far on the journey as you have. Нет такого у нас понятия, да? Победитель, ну, победитель определенного чемпионата, да, или, ну, люди все равно тебя запоминают не за отдельный джем, не за отдельный батл, они тебя запоминают за проделанный отрезок, ну, за определенный отрезок времени, который ты, вот, что ты сделал за это время, да. Если социальный аспект убрать из хип-хоп-культуры, то, в принципе, все не имеет смысла. Хип-хоп-культура – это времяпровождение. То, как ты проводишь время со своими друзьями, то, как ты проводишь свои дни, то, как ты путешествуешь, это все сюда входит. Это очень широкое понятие, которое не зацикливается только на понимании, что вот, это человек, который танцует breaking. Breaking is not, or rocking the floor is not just that, you know. It's the way you are, all the way around it. Anything around you will affect your dance if you let yourself out and be open-minded. Be open-minded to other people. They're traveling their travel, you know. You're on your journey, and other people are doing the same thing. And be respectful about that. Каждый раз, когда я встречаю людей, которые занимаются тем же самым, чем и я, встречаю их в других городах, встречаю их в других странах, они очень сильно меня вдохновляют. Путешествие по миру дает мне возможность взглянуть на меня со стороны, взглянуть на наше общество со стороны, вообще взглянуть со стороны на то, что происходит. Это всегда хорошо, потому что это дает тебе мотивацию для того, чтобы ты стал лучше. Ты просто знакомишься с разными культурами, в первую очередь. Ты возвращаешься сюда, и ты смотришь на вещи уже по-новому. И, естественно, твой брейкинг становится другим, да, он трансформируется. I grew up with this, and it's something that helped change my life. And, you know, just the love and passion of hip-hop culture is where it starts, you know, and it started for me when I was a young kid. So to be able to live my life and be able to have this as an outlet and do it as a career, kind of, I'm lucky for that, and I'm very blessed for that. And at the same time, I value it very much as a teacher, and that's what I do now. I'm teaching and just continuing to share what I know and what we share with me around the world. Hip-hop это состояние души просто, вот реально. Многие это говорят, но понимают это немногие совершенно. Все движение хип-хоп сделало меня тем, кем я есть на сегодняшний день. Она научила меня, как себя вести в разных ситуациях, научила меня, как изучать информацию и делать выводы. Я научился саморазвиваться. Ну, ты открываешь себя каждый день по-новому. И вот открывая себя в танце, можно научиться, наверное, ну, то есть я стараюсь учиться открывать себя в жизни. Научился коммуникабельности. Потому что хип-хоп – интернациональный язык. Если говорить о брейк-дансе, можно даже назвать это body language, да, то есть это язык тела, которым мы друг с другом общаемся. Находясь в другой среде, уехать за 1000 километров от дома, не уметь говорить на родном языке, который локальном языке, и тем не менее доносить людям информацию. Хип-хоп-культура для меня – это, во-первых, моя жизнь, она дает мне свободу. Свободу мироощущения. Это то, что я хочу делать, это то, что я делаю. Кем я хочу быть, тем я и становлюсь благодаря хип-хоп-культуре. We need to keep elevating, keep learning from our mistakes, be humble to one another,
be nice to one another. And if you have some issues, solve them before you come in that door, or solve it by the dance, you know? Try not to take it beyond there. This dance was to help us grow, to help us unite. На развитие всегда влияет твоя жизнь в этой местности, в определенной местности. Местность – это Киев, это Украина. Здесь есть определенный менталитет, здесь есть определенные люди, которые тебя окружают, и стереотипы, которые влияют на тебя, хочешь ты этого или нет. Мы старались абстрагироваться от всех этих стереотипов и общего мнения, что это все ребячество и так далее. Для нас это было очень серьезно. Даже на том этапе, когда нам было по 15, по 16, 17 лет, нам это не казалось уже ребячеством. Нам это казалось чем-то очень важным и серьезным в нашей жизни. А так это и было. Вокруг тебя социум начинает тебе говорить, что ты, чем ты занимаешься, куда тебя это приведет и так далее, и так далее. Нет ни одной причины, по которой ты должен перестать этим заниматься. То есть, если люди рассказывают о том, что у них семья, работа, это не оправдание, это оправдание перед самим собой. Если ты кому-то будешь это рассказывать, тем людям, у которых есть точно такие же проблемы и даже больше, но тем не менее они находят выход из ситуации, продолжают этим заниматься, то все твои слова, в принципе, аннулируются, потому что это зависит только от тебя. Если тебе не нравится, да, никто тебя не заставляет и за уши не притягивает. Работа, там, семья, это все как бы, ну, тоже требует вложений времени, вот. Но я регулярно тренируюсь и стараюсь поддерживать тот уровень, который бы позволял, ну, что-то там, ну, что-то показать интересное. Пройдя годы всего, работы на дядю, бизнеса какого-то там, стояния с хот-догами с палаткой на палаце спорта, еще что-то, к чему я вернулся, сейчас я ведущий мероприятий, да, то есть, в общем-то, из брейк-данса стать ведущим мероприятием, да, ну, без проблем. Тем более, что я вел эти фестивали, я судил и так далее. Но вот это называется «Не изменяй никогда себе». На самом деле искра иногда угасает, а иногда разгорается больше, как и любой огонь. И иногда жизнь поглощает своими событиями, когда в нашем обычном мире что-то происходит. Но хип-хоп не дает мне возможности угаснуть, потому что каждый раз для меня хип-хоп открывается с новой стороны. Я понял, что когда себя заставляешь, то оно не прибавляется. И у меня были такие моменты, когда я не танцевал. За вот это время отсутствие меня на батлах и на тренировках появилась такая классная штука, как не относиться к этому серьезно. То есть не идти на батл ради победы, а идти на батл ради того, ради чего я ходил изначально на эти батлы, как в школе, там, на дискотеке. Именно чтобы получить удовольствие от самого танца. You wanna go to practice and enjoy it. You wanna go to practice and have fun. You wanna go get down because you wanna get down. You wanna get down because the music moves you. You wanna get down because you heard a new track that you never heard before and it gives you this new feeling and you wanna interpret that feeling with your dance, with your style, with the way you move, you know. And you know, I feel like, you know, that's really what has kept me like striving for this dance, and just the whole mindset of understanding that, and the whole mindset of hip hop culture and the competitive side and the battle side of hip hop culture has kept me really striving and pushing for more.
важно сохранить в самой культуре. То есть даже вопрос уже, как бы, говорит сам за себя. Саму культуру нужно сохранить. Знание – сила, поэтому я считаю, что нужно сохранять и развивать в себе знания, учиться и передавать знания следующим поколениям. Ну, напевно, те, що неслося саме з початку, з коріння культури. Це об'єднання, любов, постійне спілкування, щоб було об'єднання, завжди гарний настрій. Поэтому надо сохранить вот эту позитивку, вот эти маленькие джемы, которые все просто приезжают с волшебным чувством после них и рассказывают, как было круто. Внести что-то свое на уровне эмоциональном, музыкальном, креативном, на уровне формы подачи этого всего, этого я желаю всем-всем-всем максимально в это внедряться, максимально это сохранять и передавать дальше следующим поколениям. Танцы – это, безусловно, и работа со своей энергией, с преодолением, с достижением, с победами, с поражениями. И в том числе вот с духовным развитием. Все твои настроения, все твои эмоции, абсолютно все это картинка, которую ты хочешь изобразить и передать. Каждый твой выход, он никогда не будет одинаково. Каждое движение никогда не будет одинаково. И вот этот весь заряд, который ты вкладываешь в танец и даешь выход своему внутреннему миру, это то, что есть в брейке. Он должен быть чистым. Каждый из нас должен очень серьезно и очень глубоко подходить к своей жизни и жить жизнь по-настоящему, жить ее смело и жить ее осознанно, стараться изучать, как надо жить, и находиться в постоянном поиске, в постоянной жажде. Lykke til, Roughneck Attack. Vi graver oss. Du vet deg. По-моему, ты напутал. Именно в этом стиле говорят, что он специализируется именно на кич-фанке. Не, на быч-фанке Валера специализируется. Ты на пул. Быч-фан, да. Быч-фан. Ну, это просто цензурная версия. Да, да. Так, быч-фан. Итак, поехали. Парам-парам-пам-пам-пам. 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 Владимирский централ, ветер северный. Когда я брейковал, секс-машин, йоу. Джули Флюри, оврюри, Джули Флюри, оврюри. Жиган Лимон, парнишка симпатичный. Жиган Лимон, с тобой хочу гулять. Ох, как еще раз, еще много-много раз. Hit me now. Get up. Get up. Get up.